По нафтопереробній галузі знову є потужні удари. В першу чергу це найсвіжіша новина – НПЗ в Калузі. Пане Романе, відео і по відео видно, що горить дуже потужно, дуже якісно. Ну і це один з таких потужніших заводів Російської Федерації. І загалом було немало прильотів, і це вже не перший удар по цьому НПЗ. Ну, скорее всего, опять ГУР, потому что в марте месяце по этому же заводу был нанесен удар, взяло на себя тогда Главное управление разведки. Скорее всего, это повторили прошлый маршрут и добивают завод. Вот это правильный подход, как-то мы тоже проговаривали. Россияне где-то за 3 месяца восстанавливают. Вот Туапсинский завод они запустили за 3 месяца ремонта. То есть их надо раз в 3 месяца точно минусовать. Даже те заводы, по которым были нанесены удары, почему же постоянно говорю, масштабировать эти процессы, нужны производство и выполнение боевых задач. Санкции Малюка в действии, это уже, скорее всего, работа, это, если это ГУР, то это, естественно, Буданов, то есть это санкции Буданова по этому заводу, Малюк работал по другим заводам. Окрім цього, вчора вечором також стало відомо про атаку, напевно, історично довшу мається на увазі повіснення атаку, тому що, пане Романе, в Башкирії теж є влучання нафтопереробну базу, і політ здійснювався безпрецедентно довго. Це 1500 кілометрів. Це восточні, якщо пам'ятаєте, в своє время гуровці отработали по Татарстану, по містам, де производяться шахеди. А это чуть дальше, еще 300 километров восточнее, это Башкирия, Башкортостан, дошли. Это уже, ну, по крайней мере, подтверждение есть, что работа службы безопасности. Это как раз санкции Малюка. Они через день, скорее всего, работают. СБУ по одним, да, там, ГУР по другим. Но это хорошо. По крайней мере, свои цели. И такая дальность 1500 километров говорит о том, что увеличивается. То есть мы видели дальности в 500-600 километров, дальше под 800, 1000-1200. Вот по Татарстану уже 1500. А нам надо, это как минимум, надо доставать до 2-2500 километров, до Урала, до уральских заводов. Кстати, и нефтепереработка там тоже довольно-таки серьезная. Чим били? Один з варіантів, кажуть, є і фотографії уламків ударів по Башкирії. І, власне, кажуть, що це наш дрон «Лютий». Чи може бути це «Лютий»? І я так розумію, якщо це «Лютий», то це дуже і дуже така успішна розробка наша. Ну, це, да, це доволі-таки недешевий дрон. Він давно вже стоїть на вооруженні. І «Лютий» неплохо себе показав по різним задачам. Единственное, что чем дальше этот беспилотник летит, тем меньше у него боевая часть. То есть за счет топлива вес скрадывается у боевой части. Но если это точное наведение, скорее всего, так оно и есть. Раз серьезный пожар вызвал один беспилотник, то, скорее всего, идет наведение до самого удара. Значит, там 0,2 килограмм взрывчатки достаточно для того, чтобы, а тем более это НПЗ, главное знать, куда ударить, а дальше оно само сгорит. Ну, примерно в таком режиме служба безопасности и работа. Пане Романе, якщо говорити, от, власне, про шахеди, ви згадали, в Татарстані ми били, цієї ночі знову ж таки ворог запустив безпілотні літальні апарати, які отримує від Ірану, ну і 100% збивання. 10 шахедов, да, это малая партия, которую, в принципе, наша система ПВО перехватывает. То есть проблемы начинаются, когда уже партии идут до, вот как вот была последняя мощная атака, за полсотни. Когда идет за полсотни целей, тогда сложновато, тем более, когда они идут по разным направлениям и по разным маршрутам, и цели разные. То есть мы уже проговаривали, была атака под десяток модификаций ракет, а это уже сложновато, конечно, работать. Ну і також Синігубов повідомляє, що по Харкову знову били. Шахеди то збиваємо, але є раз уламки, а по-друге є С-300, С-400. Не всі вони, звісно, долітають до Харкова. Велика кількість ікабів, які запускає ворог, падають в Білгороді, але от бачимо, також є прильоти. Продовжують просто таки руйнувати інфраструктуру, пане Романе? Да, ночная атака тоже была, можно сказать, маленькая, но комбинированная. То есть они 10 шахедов отправили, 2 ракеты С-300, С-400. Вот мы видели, как они отработали. Большую беду они приносят, конечно, пока не развернется система
противобаллистических зенитно-ракетных комплексов. Но мы знаем, что это только Патриот, СМТ, по крайней мере, у нас над Харьковом. Такая беда будет от С-300, С-400. Плюс надо работать, конечно, на контроль полосы в 100-150 километров. То есть такая зона безопасности. Понимаю, что для нас это единственный выход тоже работать в этом направлении, в сторону Белгорода. Россияне там разворачивают сейчас дополнительные части, то есть как раз для обороны границы, если будет там уже какая-то превышение количества, ну, где-то до сотни тысяч россиян, тогда они могут планировать какие-то беспокоящие атаки. Вот они в ближайшее время, в принципе, их могут начать. Тут ничего страшного нет, мы это прекрасно понимаем, прогнозируем, понимание процессов есть, потому опасности для харьковчан больше, чем она есть на данный момент, конечно, нет, но, тем не менее, надо быть готовым к тому, что россияне где-то через, может быть, 1.5-2 недели начнут вот такие беспокоящие атаки по проблемным для них направлениям в районе Белгорода. То есть, будут прикрывать свои пусковые установки, свое расположение, а мы будем, естественно, по ним работать. То есть, по большому счету, это еще одна будет такая горячая полоса километров 50-70, как минимум. Ну, от, власне, британська розвідка каже, що через 2-3 тижні атаки ворога можуть посилитися. Про це ми ще згадаємо. Пане Романе, щодо наших партнерів і союзників, міністр оборони Німеччини Пісторіус повідомив, що вони закупили в США ще 3 установки «Хаймерс» і передадуть їх Україні. Ну, скорее всего, это «Хаймерсы» с функциями уже работы по дальним объектам, 300-километровым, под ракеты «Атакамс». Там есть несколько модификаций «Хаймерсов», и вот, скорее всего, это именно как раз под эти задачи. Вопрос все-таки в наведении. В наведении, потому что есть моменты, связанные с системами радиоэлектронной борьбы, которые россияне включают довольно-таки мощно, они в последнее время этим пользуются, у них есть, да, довольно-таки неплохое производство именно систем РЭП, потому «Хаймерсы» и, естественно, «Атакамсы», которые будут заходить, они могут столкнуться с серьезной опять проблемой. Опять та же самая картина, как и, в принципе, ракеты М-31. Вот мы «Хаймерсами» работаем уже второй год. То есть ракета М-31, если сталкивается, допустим, с серьезной РЭП российской, то она теряет управление на последнем этапе полета. Для атакамсов, особенно кассетных атакамсов, это не, в принципе, не сильно страшно. У них подрыв идет в воздухе, и там площадное накрытие сотни метров, в принципе, это вообще не проблема. А вот если атакамсы будут со скорочно-фугасной частью, это М-47, М-48, М-107. Эти две модификации, они идут до земли, то есть с КВО там в несколько метров, потому могут встретиться с РЭП противника, и здесь уже, скорее всего, американцы придумали новые системы вот этого доводки, почему и немцы закупают дополнительно еще 3 машины, скорее всего, вот с этими механизмами. Пане Романе, до речі, від Пентагону є новина хороша, що вони разом в співпраці з Україною і з компанією Ілона Маска SpaceX зуміли запобігти несанкціонованому використанню старлінків росіянами. Ну, і ми розуміємо, так, що Пентагон, напевне, має вплив на Ілона Маска одіозного, тому що в нього всі фактично контракти його великих компаній є з державою, і держава фактично дотує всю його діяльність. Маска бы никто не выпустил в космос, если бы он полностью не контролировался Пентагоном. Все, что делает Маск в этом ключе, это все коррелируется с Пентагоном, потому и раньше американцы могли бы этот вопрос решить еще на старте. Но так как уже это вылезло реально в эфир и начались удары по тому же Пентагону, потому что все прекрасно понимают, что Маск это в этом смысле в космосе. Это военная тема, по крайней мере, на малых орбитах. Потому Пентагон уже включился, по крайней мере, ну, пока информационно. Это же называется не по словам, а по делам судите их. Так вот, дела надо. Пока еще на данный момент россияне пользуются этими старлинками до сих пор. Потому посмотрим, как это будет все выключаться. Ну, в ближайшую неделю это будет понятно.
словами или делами нам Пентагон, вернее, Белый дом помогает. Потому что Пентагон полностью зависит от Белого дома, от Байдена. До речі, про Пентагон. Пентагоні сказали наступне таке, що найближчим часом сформують новий пакет допомоги. Ну і от на зустрічі в Києві з президентом Європейського парламенту, з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою вчора Володимир Зеленський сказав, що за умови збільшення постачання зброї Україна зможе контролювати, зупинити наступи Російської Федерації на Сході і навіть перейти до контрнаступальних дій. Для этого надо как минимум две задачи выполнить. Напитать войска оружием, вооружением, естественно, техникой, о чем говорит президент. И вторая, войска должны быть. У нас большая проблема с личным составом, и пока не видно методов их решения. Закон о мобилизации не даст профессиональных и профпригодных, а тем более мотивированных людей. Потому вот эта вторая проблема сейчас даже, наверное, важнее, чем первая, связанная с оружием. Оружие уже, в принципе, понятно, как будет двигаться. Потому пока не будет решена вторая проблема, недостаток личного состава, пока в контрнаступательных действиях, ну, я бы так поостерегся говорить. Единственное, что можно будет выполнять удары по российскому тылу, это тоже можно считать контрнаступлением в больших количествах. Это когда зайдут достаточное количество ракет дальних, вот тех же Хаймерсом, тех же Атакамсов, и авиация. То есть при заходе авиации даже одной бригады можно уже говорить о контрнаступательных действиях, только не наземных операциях, а воздушных. Пане Романе, до речі, і про Німеччину ще згадаю, тому що от Пісторіо сказав, що закупили 3 хаймерси. Також є повідомлення наступне. Є такий професор політології їхнього університету Герфрід Мюнклер. Він каже, що Шольц і влада Німеччини свідомо дозує допомогу Україні. Тобто свідомо не надає повному обсязі, тому що вони там побоюються, не хочуть, щоб на фронті щось кардинально мінялося. Він каже, що треба кардинально міняти підхід, мовляв, треба максимально насичувати зброю, яка потрібна нашим оборонцям, аби в найближчій перспективі Кремль і Путін зрозуміли, що вони не зможуть вести цю війну довго в таких темпах. Война – это математика, и как математики могут просчитать по формулам цифры и выводы сделать, так же само и обозреватели, которые разбираются в этих законах войны, естественно, считают возможности производства, партнеров, наши, противника. Это можно рассчитать те даже причины, не следствия, видя следствие, можно выйти на причины действий или бездействий. И вот сейчас уже толковые обозреватели, толковые аналитики уже начинают это выдавать на гора, то есть выдавать уже аналитические, можно сказать, записки с причинами той ситуации, которая сложилась на линии фронта. Да, действительно, не понимая все эти формульные вещи, видно о том, что, по крайней мере, не Шольц, но вот те, кто стоят за Шольцем, управляют процессом на линии фронта. Управление идет прямое, то есть достаточное или недостаточное количество вооружений двигает линию фронта. Можно сказать, они в ручном режиме, как за веревочки, двигают линию фронта. И вот сейчас видно движение линии фронта, эти веревочки, которые у того же Шольца, у этих людей, кто за ним, у Белого дома, они линию фронта пытаются дотянуть до границы Луганской и Донецкой области. Это уже как аналитическое повторное, даже можно говорить об этом. Потому вопрос, конечно, к нашим партнерам. Они что, продали Крым? Вернее, Крым, понятно, с Крымом Крым еще в 14-м продали. А Донбасс, что ли, продали? То есть Луганскую и Донецкую области? Прямое управление, еще раз повторюсь, это уже не только я об этом говорю, вот уже начинают об этом европейцы говорить, европейские аналитики. То есть видно вот это дергание, ну оно может плохо закончиться для тех же немцев. Мы ж можем чуть по-другому отработать, особенно когда нет личного состава. Можем выйти на наши рубежи, для нас выгодные в режиме обороны. И кто его знает, где эти рубежи будут, чтобы потом немцам не чесаться с проблемами, которые сразу обрушатся на
Германию. Но опять же, дело не только в Германии, это европейская проблема. И Белого дома, то есть тоже еще одни разводчики такими с дерганием за ниточки. Еще раз повторюсь, у украинцев это все прекрасно видят, у нас тоже хорошие аналитические центры. Мы причины прекрасно понимаем. И эти причины, и генераторы этих причин знаем, где они находятся. Пане Романе, у нас також є відео, як ми захищаємо свою авіацію Л-39, прикритий сіточкою, от на кадрах видно ця сітка і намагання дрона ворожого влучити в ціль. Він все-таки долітає, він все-таки б'є, але Л-39 залишається неушкодженим, тому що саме отакий захист дуже добре спрацьовує. Учебно-боевой самолет очень хороший, толковый, летал на нем очень долго, 1500 часов налета. Отличный самолет, и вот как штурмовик его можно использовать. Ну, естественно, на нем практически все наши летчики начинали летную практику, то есть учились на этом самолете. И то, что его закрывают, прячут вот в таком режиме, и он срабатывает. То есть мы видим, что такого рода, по крайней мере, такого рода механизмы, они дают возможность прикрыть самолеты. Хотя от, допустим, баллистического, того же аэробаллистического кинжала сетка, конечно, это не прикроет. Я думаю, в ближайшее время этот самолет точно будет переведен в другое место. Но это есть механизм рассредоточения, то есть движение самолетов по аэродромному полю, которое очень сложно вычислить, по крайней мере, спрогнозировать, потому что там по определенным, по законам случайных чисел все эти места выбраны. Пане Романе, далі про авіацію. Є вже підтвердження того, що росіяни в Хабаровському краї продовжують активно збирати літаки Су-35 та Су-57. Завод працює 24/7. В таких умовах, чи ми можемо прогнозувати, як швидко і скільки вони можуть обладнювати і конструювати нові літаки? Ну, самолети производить в больших количествах – це дуже складна задача, а тим більше такого рівня. 35-й, 57-й, ну, в 35-й ми вже бачили, як працює, з 57-м великі проблеми у росіян. Он не дотягивает до пятого поколения точно, ни по двигателям, ни по авионике, ни по отраженной, то есть эффективной площади рассеивания, по отраженному сигналу. Потому это так, скорее всего, по 57-му больше рекламные буклеты, а не самолет как таковой получился. Потому вопросы по производству они однозначно будут пытаться решать. Максимум 1,5-2 десятка самолетов по году они могут выпускать в принципе вот такого уровня самолет. Это и касается и Су-34. Тем более сейчас у них как раз проблема именно с этими Су-34. Они практически у них расходники. Это как работая с авиабомбами, очень много поцелуи авиабомбы так называемые, то есть они теряют самолеты. Мы их сбиваем довольно-таки неплохо, мы это видели. Как только появляются блуждающие патриоты и до них достают, то они теряют их иногда десятками. Поэтому, скорее всего, россияне будут все-таки усилия делать именно на Су-34. Су-35 не пошел в продажу, то есть от него практически весь мир отказался. Так иранцы только еще как-то топчутся вокруг него. И то, наверное, будут думать, брать или нет. А вот Су-57 вообще никуда не пошел и не пойдет. Он получился слишком дорогим. На экспорт больше 100 миллионов стоимости. Никто его покупать не будет. Это просто нереально. Поэтому они его и производить толком не будут. Думаю, все-таки перейдут на Су-34. Пане Романе, і далі про авіацію. Вчора підтверджено збиття Су-25 на Авдіївському, ну, я думаю, правильно вже казати, Покровський напрямок. Чим могли збити Су-25? І це вже не вперше, що ми саме клас такого літака збиваємо. Ну, это штурмовик, старый штурмовик, неплохо себя показал. Он в свое время еще в Афганистане работал. На предельно малых высотах эти машины заходят. Мы также работаем, как и россияне, зеркально. Практически предельно малые высоты – это под лучами зенитно-ракетных комплексов, то есть под ПВО.
основной, объектовой. А вот армейское ПВО может по нему работать, особенно ПЗРК. И как только у нас появилась вот эта с этой помощи, которая зашла сейчас, американская, появились ПЗРК на линии фронта, мы тут же начали их доставать. Россияне последнее время обнаглели, выходили буквально на работу напрямую, не скабрирование, как раньше, там с дальности 7-8 километров, 7-8 километров, как они делали. А вот последнее время выходили, по головам ходили практически наших бойцов, появились ПЗРК, начали их валить. Отминусовали один недавно в районе Часов'яра, и вот положили еще в районе Донецка. До речі, в районі Донецька, що відомо по лінії бойового зіткнення, пане Романе, перейдемо до фронту. Один з найважчих напрямків, загалом три найважчих напрямки, це і Покровський, Часовоярський, звичайно. Що відомо наступне? Ворог зумів пробратися от південніше від Красногорівської Донецької області, це трішки північніше від Мар'їнки. Але наші оборонці зуміли, тут розташований завод цегляний, ось десь в цьому напрямку. І наші оборонці зуміли заблокувати ворога на цьому заводі і кажуть, що там немала кількість сил противника перебуває і цілком можливо, що можемо взяти велику кількість окупантів в полон. Это огнеупорный завод, так называемый. Мы очень много с этого завода в свое время брали огнеупоров для Донецкого металлургического комбината. И хорошо знаю это место. Там действительно можно заблокировать, как в кармане, всех, кто туда заполз. А россияне с дуру залезли на эту территорию. Естественно, наших тут же отрезали от, во-первых, снабжения и от отхода. А потому там может быть либо такое хорошая братская могила для россиян, либо достаточно большое количество пленных, которых можно будет обменять на наших хлопцев, которые сейчас томятся в плену. Ситуация непростая однозначно. То есть Красногоровка уже 11-й год она держится. Это как раз граница Красногоровка, граничит с Донецком практически. Одна граница поселка и города. И 10 лет, 11-й год мы удерживаем это направление, наверное, одно единственное, если считать еще Торецк, район Торецка с Горловкой, которая еще осталась линия в 14-15 году, еще оттуда. Но хорошее расположение и Торецка, и в Красногоровке толково выстроенная система обороны, там за счет своеобразных и карьеров, и завода в том числе, и высот, разницы в высотах. Поэтому удерживать, конечно, Красногоровку можно, но вот один из механизмов, как отсекать россиян. Но ситуация очень сложная, они сейчас пытаются взять Красногоровку клещи, малые клещи так называются. То есть срыть Красногоровку у них толком не получилось, там есть своеобразные моменты. А вот взять в клещи они могут. Вот они сейчас, вот видно, да, движение с юга и движение с севера, одномоментное. Но если подойдет достаточное количество боеприпасов, там есть такие отсечные рубежи, так называемые, артиллерии, их можно отсечь. Вплоть до того, что вот как в Красногоровском огнеупорном взять в плен. Ну, окружить и в конце концов либо уничтожить, либо взять в плен. Пане Романе, і по Часовому Яру також каже британська розвідка, що ворог посилив атаки. Ворог зараз здійснює орієнтовно на 17% більше атак і зосередив сили на цьому напрямку порівняно з березнем 24-го року. Але також кажуть, що шалені втрати несуть біля Часового Яру. Ну, і як ми з вами вже кожного дня стежимо, лінія бойового зіткнення на цьому напрямку важливому не міняється. А там удерживаем, во-первых, хорошо помогает, ну, практически сейчас его используем как противотанковый глубокий ров, это водовод, канал Северский Донец-Донбасс. Там есть свой Часовьярский огнеупорный завод, тоже серьезное препятствие и хорошая площадка для работы. То есть вот огнеупоры как помогают донецкие нашим войскам сейчас. В этом смысле. То есть там и сейчас на данный момент занимается охрана и оборона этого направления, главное управление разведки, Кракен. То есть довольно-таки серьезное, профессиональное подразделение, которое может выполнять задачи аварийные вот такого плана, стабилизировать ситуацию за счет профессиональности своих бойцов,
за счет укомплектованности новейшими видами вооружений. Как профессиональная армия, укомплектованная, может решить практически любой вопрос на линии фронта. Вот если бы у нас вся армия состояла вот из таких кракенов, то по большому счету у россиян даже и мысли бы не було нападати на Україну. Пане Романе, і підемо північніше від Часового Яру. Також бажання ворога, звісно ж, це зрізати Сіверськ. Ось цей напрямок Сіверськ і центрі місто Сіверськ. Що кажуть наші бійці? Що ворог намагається безуспішно атакувати з напрямку, в напрямку Білогорівки Луганської області. Нічого не виходить, тому тепер вони намагаються прорватися до Сіверська з тилу. Через виїмку на Сіверськ до Білогорівки. Наскільки тут загрозлива ситуація? Это направление россияне почему пытаются срезать? Это вклинение так называемое. Такое, как было в свое время в Авдеевке, такое, как сейчас есть в сторону Токмака под Работино. Вот это такое же самое вклинение в линию фронта для россиян в их тылы практически до Лисичанска. От Белогоровки до Лисичанска там несколько километров. Для россиян это очень большая проблема. Они однозначно будут пытаться срезать это вклинение, вот это Сиверско-Белогоровское. Ну, просто Белогоровка, это там хорошие такие серьезные карьеры в свое время были. И сейчас вот эти карьеры, то есть промпредприятия, промзону наши войска укрепили, используют как укрепрайон. Россиянам там практически невозможно пробиться. Они вот сколько лет, можно сказать, бьются об этот Белогоровский укрепрайон, пройти невозможно, особенно там между горами, ну, не горы, а отвалы довольно-таки серьезно укреплены. Потому будут пытаться обойти, они пытались обойти с севера, через Терны, через Торское, ну, то есть заходя севернее Сиверска. Не получилось, мы их там остановили, это общее лиманское направление, вот сейчас будут пытаться со стороны в Бахмута, то есть с юго-востока зайти в сторону Сиверска. Но еще одна, скорее всего, будет такая бестолковая попытка. Там тоже неплохой укрепрайон именно на этом направлении, а вот как раз у них может здесь проблема быть. Попадут так, как в Красногоровском огнеупорно могут попасть в окружение и дальше под уничтожение. Пане Романе, і на завершення, власне, Ставрідіс, колишній топ-генерал НАТО, каже, що зараз Кремль і Путін можуть розпочати гібридні атаки в напрямку Балтійського моря. Вони там вже і намагалися глушити сигнали цивільної авіації. Ну і загалом каже, що може бути загострення, гібридні різні ходи Кремля, а також розглядають, можливо, Росія якісь наміри прорубати сухопутній шлях до Калінінграду. Для того, чтобы уменьшить поток вооружений в Украину, россиянам нужно создать где-то еще очаги напряженности. Вот на Ближнем Востоке создан такой серьезный очаг, начались боевые действия, и часть вооружений ушла на Ближний Восток. Вот, Великобритания отправляет Израилю вооружение, даже Белый дом не отправляет, а Британия отправляет. И, то есть... Естественно, это часть вооружений, которая могла бы и у нас быть. Вот такие очаги напряженности, если создавать где-то, особенно вот в странах в районе Балтийского моря, тем более там две страны только недавно присоединились к НАТО, три страны балтийских, Эстония, Латвия, Литва, неудобно расположены для обороны, практически прижаты России и Белоруссии к Балтийскому морю, то есть с точки зрения военной неудобная ситуация. Потому россияне могут создать очаг напряженности. Но опять, вряд ли это будет на данный момент какие-то боевые действия в чистом виде. Это могут быть провокации. Там в районе Нарвы со стороны Кингисеппа, то есть они могут какие-то провокационные действия совершать недалеко от Питера, то есть общее направление. Там есть несколько островов шведских в Балтийском море. Там могут быть провокации. Ну а движение на, допустим, в сторону Калининграда, там сухопутный коридор, да он им не нужен в этом смысле. То есть это с точки зрения военной абсолютно нелогичное действие. Почему? Потому что движение со стороны Белоруссии в сторону того же Калининграда, ну это под 100 километров практически. Это любые удары с флангов и со стороны Польши, и со стороны Литвы тут же отсекут эту колонну, которая какая бы ни шла, они не удержат 100 километров фронта там на толщине его.
на ширине в несколько километров. Просто невозможно это сделать, потому вот это движение, сухопутные коридоры в сторону Калининграда, это из области фантастики. Если уже до Калининграда россиянам добираться, так они начнут это все с Эстонии. С Эстонии, с Латвии, потом Литвы, и потом дойдут до Калининграда. А прорыв смысла нет абсолютно никакого, тем более, что это сразу под удар поставит всю Калининградскую область, Кёнигсберг, естественно, часть Балтийского флота, которая там расквартирована. Пане Романе, дякую вам за це зведення. Нагадаю нашим глядачам, 10 травня, п'ятниця, обов'язково підписуємось, коментуємо, ставимо лайки і ділимось нашим щоденним воєнним зведенням. Мене звати Ігор Гаврищак, побачимось в ефірі 24-го каналу.